сегодня мы также представляем от компании «Технологии будущего» SuperFit. Это супер предложение, которое помогает сбросить лишний вес. И главное, что без диет, при любых хронических заболеваниях, без нервов и, самое главное, высокоэффективно. Набирайте наш номер телефона, звоните, заказывайте. 4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более половины взрослого населения мира страдает от лишнего веса, а почти 2 миллиарда людей имеют диагностированное ожирение. По данным Национального мониторинга общественного здоровья от 2022 года в России, около 52% жителей имеют вес выше нормы, а 22% – ожирение. Самая распространенная причина набора лишнего веса – переедание. В целом доказано, что лишний вес ослабляет иммунитет, снижая активность Т-лимфоцитов. В результате иммунитет хуже распознает и атакует раковые клетки. Самым частым осложнением избыточного веса является сахарный диабет второго типа. Также ожирение чревато атеросклерозом и остеопорозом. Регулярное переедание перегружает органы пищеварения, страдают желудок, кишечник и печень. Избыток жира в брюшной полости поднимает диафрагму и мешает ее нормальному движению. У полных людей часто наблюдается гипертония. Лишний вес уже перестал быть эстетической проблемой. Он может нанести серьезный вред здоровью его обладателя. В один прекрасный день нужно сказать «нет» ожирению и плохому самочувствию. Сделать первый шаг к новой «я» вместе с Альгас Гель Гастро и Суперфит. Тем более, что этот продукт уже доказал свою эффективность. Выбирайте сейчас, заказывайте. Вы можете снизить вес на 5, 15, 20 килограмм. Лишний вес – это очень высокий риск возникновения онкологии. 12 видов онкологии уже доказано, что возникает. Можно я тебя поддержу, Оль? Действительно, лишний вес и ожирение вызывают массу проблем со здоровьем. Кстати, возвращаясь к гастро, рекомендую по весне, особенно если у вас лишний вес, брать комплекс. Берите гастро плюс Суперфит. Ну и, конечно, если вы собираетесь поститься или уже вошли в пост, а он уже начался, берите благое Суперфит. А если вы соблюдаете Рамадан, берите халяли Суперфит, потому что понятно, что ограничения в еде и все это негативно может повлиять на ваше здоровье. Так вот, говоря о последствиях на фоне ожирения. Во-первых, ожирение само по себе страшное заболевание, потому что может вызвать целый букет неизлечимых заболеваний, в том числе сахарный диабет. Диабет второго типа. Вот те 11 видов онкологии, которые развиваются только на фоне лишнего веса. Это онкология желудочно-кишечного тракта, пищевода, кишечника, печени, почек, желчного пузыря. И вторая категория – это онкологии женские. Женщины первые в группе риска, когда мы говорим об ожирении и об онкологии. Потому что на фоне лишнего веса развивается, может развиться рак груди, рак яичников, рак матки. То есть это вся та женская онкология, которой у мужчины в принципе не бывает. Ну и помимо вот этих страшных диагнозов, конечно, это и разрушение суставов, это и артриты, артрозы, и остеопорозы, и остеомиелиты. Это, естественно, проблемы с внутренними органами. Это разрушение сердечно-сосудистой системы, это гипертония, аритмия. Это проблемы с мозговым кровообращением. Конечно, страдает гормональный фон, а у женщин от гормонов зависит все. Все, просто работа всех органов и систем. Но есть хорошая новость. Если вы хотите похудеть, Суперфит работает великолепно. Как уже доказано нашими девочками. Смотрите, конечно, как Арина похудела. На 15 килограмм. 15 килограмм. А Лена Мироненко? На 20 килограмм. Еще одна наша звезда. 25. Да, 25. Да. Простите, я думала 20. Я похудела на 15,5 килограмм только благодаря Суперфиту. 15,5 килограмм, да. И при этом я не меняла свой образ жизни. Я ни в чем себя не ограничивала. Я не занимаюсь спортом. Я практически не двигаюсь, очень мало хожу, к сожалению, да. И все, вот единственное, что я применяла, это Суперфит. Вам не надо себе... Люба, да. Люба, где эти щечки? Ну, извините, где этот второй подбородок? Вам не надо себе ни в чем отказывать. Это... А, кстати, объем талии у меня уменьшился на 17 сантиметров. 17? Теперь вся одежда на тебе болтается. Так вот, повторюсь, я ничего не меняла, ничего не
делала. Я добавила 2 столовые ложки суперфита в день. И когда мне было вечером, ну, очень хотелось есть, когда вот, ну, голод меня накрывал, редко, но такое бывает, когда там забыл пообедать или не успел поужинать, я тоже съедала ложку суперфита и запивала стаканом теплой воды. Так вот в этих 2 ложках, напомню, если вы весите больше 100 килограмм, то 4 столовые ложки в день вы принимаете. Вы получаете, во-первых, фукоидан и фукоксантин. Это жиросжигающие компоненты, которые ускоряют метаболизм и жиросжигание. Это раз. Причем они работают и с висцеральным тугоплавким жиром, на который не может повлиять ничего, даже занятие спортом. Даже в этом случае суперфит вам поможет. Во-вторых, благодаря компоненту из кактуса опунция, суперфит прекрасно выводит воду. Чаще всего наши объемы – это вода. Это отеки, это вот этот живот, это вода. Поэтому суперфит прекрасно выводит воду. И третье, что делает суперфит, отлично работает с кишечником. Помните, я говорила, что некоторые люди, кто плохо ходит в туалет, вместо 5 килограмм шлаков носят в кишечнике до 25 килограмм шлаков. И поэтому кому-то достаточно всего лишь почистить правильно кишечник, чтобы уже весить на 20 килограмм меньше. Так вот, посмотрите на вот эту картинку, которую вы видите на экране. Это результаты с вашим здоровьем связанные, если вы похудеете хотя бы на 5-7 килограмм. То есть вам даже лекарства не понадобятся. Вы всего лишь худеете на 5-7 килограмм при помощи суперфита, ни в чем себе не отказывая, ни в чем себя не ограничивая. И у вас давление снижается на 5, 7, 10 единиц без лекарств. У вас проходит недержание мочи, у вас проходит аритмия, у вас перестают болеть кости и суставы, вы начинаете нормально спать, у вас проходит бессонница. Вот это все происходит, а сахар, естественно, стабилизируется, если вы диабетик, только благодаря похудению. Начните прием суперфита. Одна баночка стоит 2999, у вас комплекс это 2 баночки, третья это подарок. И цена 4999, если у вас много лишнего веса, заказывайте двойной комплекс. И помните, среди долгожителей нет ни одного человека с лишним весом. Заботьтесь о себе.